Вот мы на ужин пошли, вышли. Просто посмотрите, вот это не тень падает, это грязь такая, понимаете? Вот грязь. Тут везде грязь. Фу, прям реально фу. Вот эти уляпанные лифты, все грязные. Сейчас мы вам зайдем в лифт, покажем. Фу. Слав, как тебе фу? Иди. Вот зашли мы в лифт. Вот он какой. Здесь зловещую музыку. Они все такие. Везде здесь грязь. Миароса. Газюля. Фу, вообще. Хостел. Ноль минус. Здесь на ресепшене, когда мы попросили предоставить сертификат, что отель соответствует 5-звездам, они сказали вот. Вот здесь, в общем, в итоге 8 сертификатов. Все 8 мы перевели с турецкий на русский. Здесь ни одного сертификата, что это отель 5 звезд. Ни одного. Это, если вы переведете сертификат, вы узнаете, что это хостел.